Вот эту галочку тут убрать. Так. А вот, получается. Десятка, да? Я бы, наверное, приложился в объем. Еще у нас кидаи может, кстати, вот. Которые. Патрики. Что 1000. Так. Да вот и цена. То есть, в принципе, 32 гига из бедаев и не сильно дорого это все будет. Почему бы и нет? Ну ты его можешь беда, если хочешь взять такие, значит нормальную память. А, нет. Показалось 1000 скидка, 100 рублей, но все равно здесь дешевле. Хотя уже скидка не такая большая. Я должен тут улыбать. 1000 рублей скидка. Я слишком рано радуюсь. Цене. Ладно, нормально, в общем-то, память. Но... Значит, я бы не переплачивал за скорость, либо за объем. Либо, если отобрать память лучше, когда можно там 4 копейки взять память, и... Да, вот так вот. Вот. А ты если все будет норм? Да, все будет норм. Ляби. Опять-таки в играх замечательно будет симметр, не беспокойся. Там просто 12-го поколения очень холодный. То есть я даже сначала отвечаю, потому что там 120 ватт. Камон, 120 ватт, о чем говорите? Вот по поводу 50 тысяч я уже сказал. 30 рублей плохо. Другие, если тебе G7 уже задолбал, и ты не хочешь G7, тогда, Лёха, надо дойти смотреть другие мониторы. Но это прям лучший монитор, понимаешь, на рынке, по цвету и по скорости. Дальше, по поводу Netflix, ну, ксиомовский, почему бы и нет. Именно для просмотра кинца, если два монитора подскажу тебе. Не для игр больше, а для просмотра фильма, короче. Вроде нельзя. Не, Фредит еще. Не. Фредита нас сейчас чтобы одобрили. Сяоми, по-моему, да. Сяоми. Хорошие, нормальные вейки. Опять-таки, за герцовку имеет смысл переплатить. Вот, 25 тысяч, кстати, ебать, дешево. Относительно, 27 минут. 27 уклад. Вот. Блин. Вот. 34 дюйма. Здравствуйте. Вот. И получается... По скидке. Лось. Прям шикарно. Ты спрашиваешь, что спрашиваешь мне, да? В принципе, это выше, чем 2К, то есть желательно, чтобы монитор хотя бы 3070 и выше, минимум 36 Ti. Минимум. Лучше 3080. 3070 Ti не сильно лучше, чем 3070, поэтому... Так. Получается, вот, классный монитор, по скидке. Арчет Атанович, привет, братишка. Вот я бы его взял себе, универсальный, типа, вейка, красивая вейка. У вей цвета лучше. Опять-таки, дальше стандартный тест, который я советую сделать, скачать там, если для игр, да, скачать себе а-ля Skyrim и проверить на мерцание, вот на эту хуйню. Главное снять лимиты по FPS и прочее. А ты чё ёлку не поставил? Вот. Так, чтобы проверить, чтобы не мерцал. То есть для игр берешь. Вот.
Все-таки босс бывает, что матрица хорошая изначально должна быть, да, но не повезло. С образцом. Вот такая тема будет. У меня такой херни нет. И настрой, Арчи. Бывай, братишка. Вот, и, в общем-то, и в таком случае можно брать покойный TV и матрицы. Можно проверить для себя. Если тебе нужно растянутый. Ну, Арчи. И последний вопрос. А где твои родственники все живут? 100% не стоит переплаты Asus Premium за 690 PD4 против PC за... PD4 не лучше. По ВРМ, как бы. Не сильно даже... Такая же по факту будет по температуре ВРМ. По качеству такая же, а вот по... Из плюсов то, что там можно и будет водянку поставить. Я бы не переплачивал, короче. Ляби. Я бы не переплачивал. Либо так. Я вот эти два монитора брал для фильмов проще. Почему нет? Водня в МСК? Это грустно, конечно. Это грустно. Мне-то что? Мне-то грустить нечего, некогда мне там братья, младшие, сестры. Там Дед Морозом надо быть, покупать подарочки. Интересно. Ну, как вариант, тот монитор для тебя. Смотри, эти два монитора. Кто хочет себе хороший монитор для игр, типа КС-очки и прочее, да, для скоростных, то лучше, конечно, брать IPS-матрицу. Например, вот это. Типа, на самом деле, за 22500 я бы дороже не платил. Если ты не знаешь, что взять, возьми себе этот монитор, не парьтесь. А если тебе VA-ку, сможешь приплатить, посмотрите, окей. Но просто приплата 6000. Ну, тоже монитор неплохой. Плюс там никаких шлейфов вообще даже в помине нет. Если VA-ки там слегка шлейфят, слегка. Некоторые есть, которые жестко шлейфят. Вот у меня, например, монитор... Вот справа кинули, справа, да? Повтор. Чего нет? Здесь ну, слабо, но не критично. Не критично, вообще не критично. Мне нормально монотрица. То есть я не то же самое, что бывает у других пользователей. Там, например, у Дани, там он показывал ролики, примеры плохих веек, там где шлейфит и прочее. Ну, не везде так все плохо, он показывает. Ну, по правде говоря, на IPS вообще таких проблем нет. Поэтому, в принципе, для игр этого монитора хватит. Потом уже можете уже веки рассматривать вторую. Второй монитор, например, да? Сюда, сюда. 10 бит будет лучше, Дамир. Два арчи надо взять, пойди, Кишка, давай. Выступай еще. Отдыхай. Кедр, неси. Нет, для IPS, IPS не лучше, там черный, считай, весь будет в один цвет. А именно в фильмах тоже там будет сразу одна оттенка на них. Это прикольно. Прикольно. Просто тоже выиграть заметно. Именно в черных сценах там интересно картинка. Как бы... На секунду, скорее всего, при в режиме овердрайв. Быстро, я тут поддерживаю его. Ну да, естественно. Не знаю, я бы не приплачивал. Макс.
А тебя сколько он стоит? Он сейчас продается где-то? Моник. Да, продается. 75 тысяч рублей? А да зачем он мне нужен? Типа, зачем? Нахера? Не, не хочу, я бы не брал, не знаю, я бы не брал. Ну я к этому отношусь такое, типа. Хочешь себе максимальный отлик, бери ТН-ку 240 Гц и не еби мозги никому. В киберспорт играешь. Хочешь картинку и скорость, бери VA. Хочешь, там, условно... Производить прям картинку, но чтобы там скорость наплевать, ну тогда уже там весь. В любом случае я бы не приплачивал дикие цены. 70к нашел, ебать, такой чип. ДП 150 я вот другой бы там нашел. Но в любом случае дороговато. Я думаю, будет. Дороже, чем G7, поэтому. Не вижу смысла приплаты. Если там переплачивать, то только за телеков и качество монитора. За OLED панель. Там уж переплата будет понятна за что-то, типа за картинку там, за прочий мусор. Джейн, привет. Решил отгребнуть память. Есть Kingston Tour и AST-16 гигабит на частоте 2700. Хочу взять плашки на 32 гигабита. Что посоветуешь? Спасибо большое. Это по 32 гига или одна планка на 32 гига? Рам. Типа тебе слышал, 6 гига было суммарно объем, да? Или что ты имеешь в виду? И умеешь ли ты гнать? Тоже важно. Ведьмака играть? Ведьмака можно и на 10-30 играть, как бы, да? Даже на стройке можно и веговской играть. Поэтому... Не, не надо. Спасибо. Привет. Вопрос по Андервольту Проца. Кроме Эмителя, Делителя и Напруга ничего больше выставлять не надо. Смысла нет, то есть в играх разницы не будет. Даже если ты будешь пытаться что-то выставить, разницы не будет. Спасибо. А, тебе вот 32 гига нужно, что ли? Да, тебе одна планка 32. То есть маленький 4 или 2 по 16. Как тебе? Не, сейчас кая всем идет, начинается с 16 Гц от 14 тысяч. Ну там эйсеровские, посмотри, панели, IPS, там 250 кандел, ну так, такая картинка средняя. Можно взять, конечно, от эйсер. Но в целом, я бы докинул. Витор бьется на 5 лет вперед, и как бы на 4 года точно. Типа, докинь 3000 и возьми себе 144 герца, хотя бы. 14900 стоит игры 240 сейчас. Лучше так сделать. Даже что у меня нет денег, ну да, бывает. На Авито поищу. Ну окей, если так, а если Acer скажу. Ну Acer, в общем-то, тебя понимаю, конечно. Там от Acer панели. Посмотри. Дорогие есть. Хорошие. Что, будет 2 по 32 или 2 по 16? Ладно, погнали, короче. Умеешь ли тогда вопрос, я не знаю. Погнали. Я годился, но все равно ты на 5 лет вперед. Ты что, 5 лет будешь на стройке сидеть, братишка? 5 лет на стройке будешь сидеть, я сомневаюсь. Ага. Я понял, спасибо. Хорошо. Нет, чтобы в общей сумме 32 гигабита было. Старые плашки продам и новые возьму. Гнать не очень.
под монтажку и рендера там, да и DDR5 пока не особо смысла вижу. Я понял. Да, лучше сейчас кончится, КФ, посмотрим. Так. Вот. А, нет. Ну, получается, у нас... Погнали больше. Какой город, скажи, пожалуйста? Какой город? Посмотри, вот это память. Вот я сейчас показываю. Вот это память. Где-то план поставить. Хороший XMP вот у нее. Вот ее бери. Раньше по скидке раньше была. Но скидки я не вижу почему-то. Нет. Может, не считается, ну, если бы под XMP, то ее брать. Потому что 3600, в принципе... XMP врубил, уже более-менее. А, ну все, тогда вот эту память бери. Смотри, так, где планки памяти, и память неплохо. Вот. Вообще, дядя, почему бы и нет? Или это оверпрайс? Ссылка удалена. Получается 2 по 8? Дорого, да? В НС такая память стоит. Ясно. Ты же тоже сам слышал. Но я мне приплачивал. Тем более. Ну, глянуть. Радиатор в онлайн-трейде чекни, там есть за 900 рублей, по-моему, 800 рублей. Да ну нахер 3 версию. Там в играх то же самое, что и обычная версия. Просто память горячее. Типа для игр нет, для маленького еще разница будет. Для гоночек? Это Fire поищи. Из дешевых. Должно быть за 5К. 5600, по-моему, если не ошибаюсь. Минималочка. То есть, ну, получается, вот здесь вот эта память будет дешевле. 10 тысяч по скидке. 600? Да и ладно. Ну и ладно. Ну и ладно. 14. Если ты не умеешь разгонять, то лучше делать проще заказать разгон. Потому что это будет выше FPS, чем если тебя разгонит память. Чем ты поставишь XMP, точнее. XMP хуета. Любой. Куда же обычно разгонит? Поэтому не. Сейчас. Вот, по сути, нормальный монитор. Вот это монитор бюджетный VA. Бюджетная VA. Если хочешь, можешь взять. Ну. 1000 разницы. Хотя больше. Нет, 1000 разницы, да. Вот этот монитор берешь, в принципе, мотивно, и все. Как вариант, этот радиатор не очень. Радик не очень. А смысл, если в ДНС стоит дешевле? Кстати. А смысл, если в ДНС стоит дешевле? Смысл с ДНС стоит дешевле. Вот память. Вот ее брать. И все. И смысл ты вот эти 8 тысяч, которые ты хочешь переплатить, 9 тысяч, ну ни за что ты приплачиваешь.
Типа, у меня разгон стоит косарь. Всего копа полтора. Куски есть? Ты на косарь получишь нормальный разгон. Можешь кого угодно заказать, в любом случае это будет гораздо лучше, чем... Ну ладно. Смысл? А если хочешь отбирать память, то лучше покупать несколько комплектов и выбирать лучшую. Самую удачную. А так ни один XMP не будет равен разгону. Ни один. Потому что в любом случае какие-то тайминги будут завышены, для того, чтобы было стабильно и прочее. Нельзя гарантировать, что все памяти будут нахуй удачные. Бывает очень неудачно. Производитель этого знает. Ему главное, чтобы все в XMP работало и все. 31 рега? В любом случае, там будет цена как здесь. А здесь у тебя в городе уже есть. Типа, а смысл? Радиатор здесь лучше, кстати. У Риджаусов получается то, что ты скинул, у них проблема в том, что радиатор плохо охлаждает по факту. Урачик это 7 гибров, конкуренция у гибров твоего урачика, почему нет? Почему бы и нет? Спасибо за донат, Вазичечка, спасибо за вопрос, потому что, ну, отвечать на вопросы мне нравится, я думаю, вам тоже интересно, плюс-минус. Easy game. Genius. Чисто визуал. Радиатор не ходит? Просто радиатор веди. Радиатор. Радиатор. Бом-бом, Б. Б, Тёмка. Так, неплохо. Неважно. Короче, в каталоге его бьешь на нет. Оно здесь. Комплектующих. Модинг, скорее всего. Подобного рода. Easy game, easy game. Или так. Для модинга. А где, блядь, это... Почему тут я его не нашел? Так, стоп, где? Я же не столько слепой. Я же тут искал. Где аксессуары для модинга? Я же знаю, что для модинга. А где они? А, ебать, вот они. Ладно. И вот радиаторы. Тут найдешь, короче говоря. Вот тут куча. Я такое советую обычно. Вот такого типа. Боже, подобное. КСТА. Мне погнали видео на 1К по памяти и на 220 по ядру, но прироста я не получил. Я понял. Лонг-лонг, я обычно, короче, у системы, короче, от видеокарты. Я ему говорю такое, разум памяти карты тебе даст, получается, прирост в том случае, если ты будешь гнать по лимиту. Если по курве, там прирост будет такой большой, но тоже будет. Если начать ведь 20, то смысла немного, но можешь сделать его холоднее, если нагреется, да? Поэтому я человек людям предлагаю, в зависимости от того, что они хотят. Как тебе такой моник для работы? Игра Америка. Ссылка удалена.
чем. Интересно, ножка, конечно. Типа, ну, ты честно, ты не можешь самому и все. Чем? Сколько ты стоишь? 4К? HDR? 10, да? Ну, maybe, если ты для работы берешь. 2 дюйма. 4К, да, 2 дюйма, пиздец, мелко будет. На 3 умножайте, пацаны. 75 тысяч, ебать. Здравствуйте. Куда это? А я месяц выпуск Бедаев? А вдруг там одного месяца выпуска, как ты что-то рассказываешь? Вдруг там один месяц выпуска? А? Там цвета. Экспресс обзор 3600. Хуй-то! По мне, подожди. Я же прав? Да, ебать, прав. Хуй-то, ты тоже не то же самое. Это другая память. Да ж, сука, блядь. Блядь, приседай, пока не порыгаешь, блядь. Это хуй-то память, блядь, унылая. Отбраковка от нормальной. Лучше хуже. Ты чё, ты то же самое, по-моему, если не ошибаюсь. Давай, спокойной ночи. Мы здесь 2 года, здесь только подсветка радиатора. Это разного времени память выхода, да, возможно? Разного, именно релиз, да? Так визуал, я думаю, в первую очередь. Потому что память выпускается регулярно, и каждый год менять именно подсветку — это такая себе идея. Типа, если ты спрашиваешь, у тебя на руках есть память, двухлетняя, из будущего память ты взял, да? Ну, это твой предел. Прикол то, что у тебя новая память более удачная, потому что более новая, да? Более отборный, как правило, ну, более удачный, как правило. Тем свежее память, там, тем, как правило, тем удачнее. Бывает, но очень редко. А если спрашиваешь, именно из магазина 2 комплекта продается одинаково года выпуска, ну, подсветка. Одинаково. А если выпускается в год, то... Хорошо. Хуже, чем Сиджара, это же 17-19. С Новым годом. Скажите, стоит менять карту 2060? Нет. На 3060. Спасибо большое. Это считаю, поменяешь одну карту такую же на такую же. Они одинаковые. Разница минимальная. Я не менял бы. Если менять там 3070 хотя бы. GTI хотя бы, а лучше 3080-3080 Ti. А так, если нет, то лучше держи на руках. Ваши 9К стоит футбол, я думаю, да, стоит. Мой 2070-1080 за 15 минус 2К. 26 стоит 49-56 56 тысяч. А ты не так дороже, то значит не там берешь. У нас этот кредитор есть, Алексей. Будешь 5600G, давайте посмотрим. Let's go.
понизили, да. Меньше грелся. Если бомбу. Понятно. Стоп, да можешь взять, в принципе, вручную. Ну же, то же самое. Блядь, я микрофон. Это дешевле стоит, чем обычная память, а почему нет? Потому что действует, это правда. Ну, ты знаешь, чем был рынок? На был рынке мало чего интересного. Я бы брал новую 2060, либо 6600 обычную, и все, и не парился. 2060 лучше, кстати. Уральчик за 56 может 2060 купить и все. Энергоэффективность, я думаю. Прибилс, понимаю. Так, ребятки, знаете, что мы сделаем? Уже полночь, во-первых, а во-вторых, стрим сколько у нас идет? Три с половиной часов, да? Так, я считаю, что я молодец, потому что я с вами очень долго сижу, общаюсь, и мне это, в принципе, нравилось. В последний момент, потому что я немножко начал уставать. А мне еще нужно работать. Снимать Бригмана. Вот, поэтому, ребята, знаете, что мы с вами сделаем? Во-первых, если есть возможность, то давайте с вами подпишемся, на, во-первых, на мой канал. Здесь из хорошего есть обзор Бригмана. Рынки небольшие, гайды по Андервольту. Три ролика нормальных. Вот. Немножко подгрепил, болтал. Такие нормальные стрельбы давали. Для начинающих. Вот, ну и лучше, блядь. Вот, аж можно попытаться, получается, не буду снимать на стриме Бригмана вторую часть. В пятницу я думаю приготовить, возможно, первый год, не знаю. Дальше. А во-вторых, подписывайтесь на наш канал Max Testing. Здесь выходят у нас тоже регулярно тесты на ваши данные. Железо. Блин, его не ссылал, то есть железо обычное. А что там будет с эфиром весной? А за сколько можно продать 1050 ти? Как долго будет? Никто не знает, что будет весной, вообще никто не знает будущего. Никто не знает будущего. А, в общем-то, давай сейчас скину наш Макстесик канал, так что подписываемся, ребят, ну а Макстесик. Вынесите свой канал. Вот еще. Ну я да, я сегодня запущу тебя, по крайней мере. Нужно понимать про Бригмана. Макстесик подписываемся. Ну так продаваться будет? Наска быстро поведет. Потому что новый там 25. 15к нормально продать. 10к очень быстро продать. Зачем тебе продавать? 15к нормально уйдет. За 15к из нового, как бы, да, из сайта. А, блядь. Мусор. Ну, здесь 50 за 15к. За 12500, знаете, такой баланс логики и цены в текущий момент. Потому что 12,5 тяжело какую луж купить. Дешевле я бы не стал продавать. Если бы хотел прям... хорошо и не сильно нагло. Вот. Арчик, мы уже много мониторов рассмотрели сегодня, реально куча, поэтому, если что, вопрос донат, либо гайд по андер... Господи, рынок мониторов у нас есть, три рынка целых на канале. Три части одного рынка. И 50 это 600? О, господи. Это 600, наверное. Не понял про чипсеты. B560, Evil Banner. Я бич на 60 не ставил. Я бич на 60 не ставил. B560. Там разгон памяти доступен. За чипсет. За чипсет, Evil Banner. На 8600K это B560 ставил. А у него готовит 266. Поэтому немножко
понимаю, почему вопрос такой. Потому что просто чипсы просто так не возникают, не возникают. Странно вообще. Я поставил 60, 2К мне тоже поставил. То есть да, там это минимально, но играли хорошо играть. Михаил, привет. Знаете, я сейчас запускаю таймер не потому, что мне не интересно, а потому что чат начинает смолкать. В смысле, меня 10-5-7 на 16-6 супер? Если дешево, да? Дорого, нет. На чипсет, который... 6, да. Чипсетов не знать, как можно... Но если ты используешь авик... А где ты используешь авик? И чем, где ты работаешь? В чем? Еще один такой вопрос к тебе. Уже полночка. Долговато. По ночью ходить. Да ты с утра, получается, стримил, помню, там, знаете, 10 часов запускал, 9 часов запускал и до 6 сидел. 8-9 часов стрима. А в ночь, типа, температура плюс ко всему, ну, как бы, понимаете, я не очень люблю страдать. Нет, не насколько ты его используешь, просто ебать. Обожаю. Я болею, потому что я болею. Обожаю, что люди говорят, типа, вот, правильно, блядь, для стрима, для монтажки. А что ты стримишь? Что ты монтажишь? А по факту ничего не стримить, не монтажишь, зато ты, типа, ебать, монтажка, аргумент. Нет. Дублируют слова блогера, просто, знаешь, как мама. Ну да, супер. 37.2, 37.5. Ну, слушай, сейчас пойду записывать видос про Бримена. Вторую часть. По первую часть сделал, надо вторую часть записать. И начать делать, потому что я в пятницу обещал сделать, но в пятницу я для себя выбрал дедлайн. Но сегодня здесь записать, то вторник, вторник, среда. Для предварительного монтажа. Я постараюсь сделать. Ну, есть, ну да. Не работает корона, мне антитела должны быть. И горит на самом деле, то что ебать, вот этого нет и прочее. А где вы это используете? Вот именно вы! Чел до сих пор? Чел до сих пор? За... Флэшбэнг! В общем, такое. Подвязаться к аудитории, там, знаете, сказать то, что не хватало. Вот Intel сосатил, но дэм, молодцы. Чтоб подвязаться, не нужно подвизываться. Ну, а... Ничего не знаю, Дима, про него. Даже опять ничего не скажу, братишка. Не интересовался абсолютно. Из-за того, что там мой робот. Ничего не скажу. Чего это мой робот? Неплохо, жак, неплохо, считаю. Короче, там мой роутер пару раз глючил, конечно, но он помогает.
Нифига. Неплохо, да, Жека? Всего в Ты такой же? Игрок, доброе утро. Не, хвали, ну тогда правда донат. Опять-таки цены смотрю, сам там хорошего интервью. Цена уже. Хорошие мониторы и прочее. Опять-таки. То есть у вас есть поиск, вводите как людей там 5-6. Те же вопросы в чате. Сейчас я подумаю, что заебался немножечко сидеть. Таймер до конца стрима, слово. Если донатов не придет после стрима, то я пойду. То есть донат приходит, и таймер в нуля. Если знаете, будет вопрос, я на него отвечаю сначала, потом отвечаю в чате, а потом уже ухожу. Скажешь, ЧСВ? Нет, не ЧСВ, я объективен. 3,5 часа вы посидите на одном месте, постоянно разговаривая. Думаю, шарики на логике могут доехать. То есть температуры будет, да? Вот, так что спасибо за просмотр в любом случае, ребята, всем пока, до свидания. Так, нахуй идем, короче, два человека, центр тоже два человека, держите. Нет, таймер все. Всегда. Скажи, пожалуйста, почему в спящем режиме просыпается сам монитор постоянно, то ОТК, ЛТВ, как приняли? Проблемы с сетью. Охуенно приняли, брат. Проблемы с сетью. Минус 6 пол команд просто. Это надо было спринять за периферии, короче. Сеть периферия. Руслан. А так проблема сети, я думаю. Может, мышку там дать баллы, короче. Думаю, носите. Напишу. Шорт. Погнали, лонг. Блин, лонг. Они, короче, мид шорт. Шорт. Моник 144 ГЦ до 1516 тысяч ДНС. А, из тех мониторов, кто сейчас есть по дешевке, то вот монитор самый интересный. Ты вот, блядь, нормально. Идем. Нифига. Не думайте, что я кого-то там развожу. Нет, просто если интересно, я сижу. Если не интересно, то я не сижу. Это за дела. Я сижу, я сижу, дела делать, да? Поэтому... Помните, Степан. Хрипало, Степан. Здесь есть как угодно, в принципе, но... Мне когда спать надо снимать. Потому что это...
поспи. Ладно, ребята, так, пока. Нет, спасибо, всем спасибо. Ссылка на канал есть в чате. Нет, в чате. Я сейчас скину. Замолчи, замолчи. Вот Макс, кстати, подписывайся, ребят. Наш канал. По тестам. Срежать чай? Один через тест, выше. Так, пишу Special Tricks, добавлю. Бля, чё у вас микрофон? Купите нормально. 1020, Pro Dash 1006. Стойный. Бля, вот. Че за долбай я поиграю, блядь? Ответил, Зеро? Вот так вот, братишка. Вот, и... Вот, смотри, чё. Вот, можете писаться. То есть полезные гайды про Рангону, про Андервойд и про такие рыночки порешали, да? И про Бригмана видос. Интересно. Давай. Чао. Мид есть. Тактика черепашки. В дверях на меду стоит ЛП. Забаньте нахуй этого наркомана, блядь. В 5. И 2 в 5, 1 в 5.